После трехмесячного перерыва у нас на тренировке Николай Факира. Блудный сын. Да, блудный сын. Он похудел, но сдал на физо на пятерку. Да. Теперь будет доплату получать, 500 рублей, будет кушать больше. И его напарник Мельниченко Николай. Ученик. Пошел прямо почти. И еще Гончарук Колодривский. О, Стас молодец, держит. Ой-ой-ой. Хорошая борьба. Хорош. Титов Слепенчук. Голову уберите. Я не знаю, у меня даже без силы. Ой, Никитос, я хочу с тобой попробовать. Я хочу оценить свои силы. Посмотреть. Кандидат мастера спорта. Уже получил? Да. Красавчик. Ну и Титов тоже, но у него документов нет. Вот так. У нас уже там Айлы. Ну, Игорь, я знаю. Давайте. Я уже чувствую. Так, если сейчас вам дать команду, ставьте. Нет, давай. Дима, ты чё? Жена? Дети? Дети? Дети, да, ребёнок. Не ты? А? Не ты ребенок, нет, другой. Точно, Все, хватит, Коля.